Волгограде объявили аукцион на разработку проекта нижней террасы набережной от памятника морякам Волжской военной флотилии «Бронекатер-13» до мостового перехода через Волгу. Подрядчик проверит уже существующие инженерные и технологические сооружения, установит новое электроснабжение, наружное освещение, водоснабжение и водоотведение. На участке в 6 гектаров большое значение уделят озеленению и системе автоматического полива. Также там появятся пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, теневые навесы, скамейки, урны, территория для игр волейбол, теннис, стритбол, воркаут-площадки, детские площадки и уличные тренажеры. Отметим, благоустройство призвано выполнить задачу развернуть город к Волге, поставленную губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.